Всем привет, меня зовут Никита, и обычно я по ту сторону камеры. Но в этот раз мы поехали с моим папой вдвоем на дачу, и я решил, что это отличная возможность показать вам, как живут подмосковные дачники. Дачи – это небольшие кусочки земли, которые еще в советские времена люди получили в свое частное распоряжение. И таким образом это стало местом индивидуальности и самовыражения для многих людей. Здесь можно было строить домики по своему вкусу, сажать цветы или растить овощи. Можно было строить детские площадки, играть с детьми, жарить шашлыки, проводить время с друзьями под гитару. В общем, это было что-то по-настоящему свое. Здесь можно встретить как роскошные дома, так и простые летние домики, мастерские художников, игровые площадки, сады, да все что угодно. На дачу обычно ездят в теплое время года, на праздники, выходные или на каникулы, то есть, в общем, проводят отнюдь не большую часть своей жизни, однако, возможно, самую важную. Целые поколения выросли в уютной тени своих дач. Дети учились здесь кататься на велосипеде, подростки впервые целовались, молодые семьи привозили сюда своих уже маленьких детей, чтобы знакомить с бабушками и дедушками, которые варили им варенье и мастерили воздушных змеев. Это особый вкус, запах, цвет и настроение, который каждый человек несет с собой сквозь всю жизнь. Возвращаясь сюда, ты мгновенно чувствуешь себя ребенком и ощущаешь небольшой кусочек счастья. Еще раз привет. Я, естественно, забыл записать нормальную концовку, поэтому я теперь выгляжу немного иначе, ну и место тоже немного другое. Я хотел вам сказать, чтобы вы подписывались на наш канал, заходили к нам на Patreon, где много всего интересного, а также рассказали бы в комментариях, есть ли у вас дачи и любите ли вы загород вообще. Спасибо, пока!